Привет всем, дорогие друзья! С вами погнали Let's Play! И мы продолжаем проходить украинскую версию «Кадастр соседа» от Кеканикулы. Погнали! Перед началом видео я скажу, что уже совсем скоро, либо сегодня, либо завтра, выйдет ролик про видеожару, потому что я уже начал над ним работать. Поэтому я думаю, что может я его даже сегодня смогу выпустить. Ну, это не точно. Хочу постараюсь. Ну, ладно. Пока что мы проходим кадастр соседа, поэтому... Давайте. Пока что зациклимся только на нем. Покому луна и вонг. И снова велика китайская стена. Звісно, сусід примудрився вписатися в ту ж руку, що й Ольга. І тепер збирається справити враження на даму свого серця. А от яке це буде враження, цілком залежить від Вуді. Це так. Ну, зараз ми сусідушці поможемо произвести на Ольгу таке впечатлення, яке вона ніколи в своїй житті не забуде. Як за сусіда 2, поки не каникули. Сначала давайте выкурим автомат для раздачи игрушек. Так, давай, Мишка, иди к нам в руки, давай. Хороший Мишка. Взяты цеглины. Как бы цеглины, это кирпичи, так понимаю, по-украински. Ну-ка, мальчик, отдай-ка нам хлопушку, а мы тебе в этом уже подойдем. Ну, медвежонка. Берем сейчас чашу для Иса. И эту стойку для зонтов. Ну, парасолька это зонт. По-украински. Сюда, наверх. Вот великий мастер Ли. Пустую чашу. Жиром, получается, используем сюда. А теперь возьмем, используем стойку для зонтов на палку для гонга. Нашему соседушке такой хорошенький массажик сделают по ноге гонгом. Я думаю, ему понравится. Наша соседушка тем временем любуется ожерельем нефритовым. Но оно ему не по карману, я так понимаю. Вниз. Сначала давайте обмажем вазу династии Мина жиром, а потом разрежем ножницы. Блин, какие ножницы разрежем, блин. Ладно, а потом разрежем ожерелье. Блин. Кирпич на карте для туристов. Чтобы туристы почувствовали себя настоящими каратистами. И польем жиром по воздуху. Йоу! Ой! Моя нога! Ты что, козел, сделал? Да я вам даже женским голосом заговорил. Ты что сделал? Зачем меня ударил? Так, сейчас, пока никого нету, сейчас я тут сворую, схаваю. Ой! Зараза, хлопушка! Так, что мы тут ставим? Бежим отсюда. Тоже сосед сюда пойти может в любой момент. Ну, хотя, правда, не в любой, он уходит по расписанию. Ладно, не суть. Полюбуйся я ожерелье еще раз. Ай! Ожерелье, господи! Ай! Ваза! Господи! У меня же не столько денег! Что ты делаешь? Что ты делал? Так, сейчас быстро. Сейчас все склею. Так, все, я все вроде бы клеем склеил. По идее, никто не должен это заметить. Ну ладно, пойду Ольгу покатаю. Ольга, поехали! Ай! Что ты делаешь? Охренел, что ли? Получай!
Ты зачем тележку прокидываешь? Моей смерти хочешь? Блин, ну пойду туда, как хоть карате позанимаю. Слушай, что не за день такой. Ай! Моя голова! Ну может, знаете, может раб лопнуть, потому что со свежки голова начнет с такого. Это вот это, знаете, это как в одной очень старой серии сериал «Папины дочки». Вот кто смотрел, я думаю, тот помнит. Была такая серия. Правда, я точно не помню, как эта серия называлась. Когда, типа, там друг этой Маши, типа, они сидели в ресторане. И он там думал, как же завоевать сердце, но... Ну, типа, там Даша, ну другой этой дочки. Типа, и он вот это начал биться головой об стол. Она у него спрашивает, что ты делаешь? Он говорит, можешь мне так... Мне сейчас, может, ответ пойдет. У меня такое уже не раз бывало. Вот так. Может, сразу со соседом будет так же. Хотя лично я очень в этом сомневаюсь. Ну, ладно. Ребят, я думаю вам... Ну, надеюсь, точнее, что вам понравилось это видео. Пока до соседа. Если это так, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы узнать о новых видео самым первым. С вами был Панали Let's Play. Всем удачи и... Пока-пока.